Чебоксарах открылась новая подстанция скорой медицинской помощи. Она расположилась на улице Гагарина в спальном районе, и добираться по вызовам будет гораздо быстрее. На новой подстанции побывала наша съемочная группа. Много лет врачам, фельдшерам и водителям автомашин подстанции Калининского района скорой помощи приходилось ютиться на первом этаже одного из жилых домов, что вызывало неудобства в работе. Выезды в любое время дня и ночи, шум, такое соседство вовсе не радовало и жильцов. Теперь об этих проблемах можно забыть. Наконец-то, это наше свое личное здание. Оно отделенное от жителей, да, района. Потом у нас здесь выезд, обратите внимание, мы сразу выезжаем на кольцо и сразу на центральную дорогу. У нас своя парковочная станция. Благодаря удобному расположению подстанции сократится время прибытия бригад скорой помощи на вызовы. Не забыли и о медработниках. В новом здании есть не только отдельная диспетчерская, но и комната отдыха, кухня и душевая. Плюсы для пациентов в первую очередь – это доезд машин скорой помощи, это первый плюс. А второе – сотрудник, который квалифицированно отдыхает, он же становится добрым, он приезжает на вызов улыбающийся, у него все хорошо, он знает прекрасно, что он с вызова приедет в нормальные бытовые условия, отдохнет и с хорошим настроением поедет на следующий вызов. Улучшение условий труда и отдыха медицинских работников, хорошие выездные пути и транспортная развязка – все в целом дает положительный результат. Как отмечают в Минздраве, жители Калининского района получат качественную и своевременную скорую медицинскую помощь. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.